Всем привет! С вами Инна Гонка и мои прекрасные орхидеи. Давно мы не делали с вами обзор, что здесь с ними происходит. Я вся в кино, в искусстве. Сегодня я просто на них взглянула и подумала, какие же они у меня красивые. Это просто заглядение. Вот это моя расцвела, которая на столе с моими ангелочками. Вы видите, какая красота, как бушует, как красиво, да? Вот там мой водопад сзади бежит, те, кто со мной, вы знаете, что у меня там такая красота. Я потом выйду на улицу, вам немножко покажу. Ну вот, то есть, вот эта орхидейка у нас просто радует глаз до сих пор. Помните, мы все никак не могли дождаться, когда она расцветет. И вот, пожалуйста, какая красавица. Идем дальше смотреть, что здесь происходит. Здесь вот у меня вот эта моя красавица бушует тоже. Какая красивая. Я вообще удивляюсь, как они у меня здесь выросли. Мне на них времени абсолютно нету. Я не помню, когда их поливаю. Поливаю, когда вспомню. Все благодаря моей чесночной воде, конечно, они, я считаю так, они вот это все терпят, издевательство, не умирают. Видите, какие красивые, какие листики у них какие хорошие. Так, вот еще одна конопатая красавица. Ведь красивая. Тут она отцвела, вот я ее недавно обрезала, потому что это была большая ветка, вот такая огромная, больше, чем этой были цветы. И я ее обрезала, потому что она уже просто отцвела и высохла. Здесь вот начинает цвести вот эта малюпаська. Так, как на нее навести-то тут резкость? Вот какая тут маленькая красавица у нас новая растет. Посмотрим, как она тут забушует, потому что здесь отцвела. Она, видите, я обрезала у нее ножку и новая стала расти. Здесь тоже что-то растет. Не знаю, вырастет оно или не вырастет, вытянет или не вытянет. Вот так вот. Короче, вот такая красота. Здесь у меня красавица очередная. Очень люблю такую свою красоту. Какая она нежная, да? В смысле, не нежная. Что-то я... Ну, я имела в виду просто такое сочетание красивое. С такой темной зеленью сзади. И она такая бархатная, такой... красивая, и солнце на нее так падает красиво. Это я имела в виду под словом нежная. А так она не нежная, она такая более страстная, чем нежная. Ну вот, а здесь пошло буйство, просто буйство. Посмотрите на эти деревья, как они здесь бушуют. Вот здесь вот тоже была огромная ветка, которая просто отцвела и как бы уже высохла. А здесь от нее еще растут, видите сколько? Здесь еще веточка тоже вот эта уже отцвела и высохла. И здесь такие красивые три огромные ветки. Ну как красиво же, ну какая же красота, да? И здесь рядом с ней вот такая красавица. И вот кто-то мне сказал, что оказывается вот такой один из секретов, когда орхидеи вот так красиво начинают цвести, это то, что вот когда их вот так вот сажаешь рядом, что они как бы начинают как бы вот эту вот борьбу за выживание, что ли. Знаете, кажется, должны обидеться на меня и убить друг друга или... засохнуть от горя. А нет, глядите, балдеет. Может, это не борьба за выживание, может быть, это празднование вот этой вот совместной любви и энергии.
Вот так вот. Красавица какая. Ой, какая красавица. Одна красавица. Я думаю, что вот эта красавица, а вот эта красавица рядом с ней. И вот они, такая у них любовь тут. И здесь скоро что-то еще будет цвести, я надеюсь. Дальше. Бархатная красота моя. Просто красота бархатная. Она под определенным освещением просто черная смотрится. А сейчас вот на солнце смотрится красный. Красавица, да? Ой. Тоже посмотрите, как бушует. Посмотрите, сколько у нее. Вот это огромная ветка идет. Такие листья очень хорошие. Потом идет такая огромная ветка, и от нее вон еще сколько веточек. Одна, вторая. Ну, вот просто как грозди виноградные. Я, кстати, ее тоже не прикрепила. Может, ей тяжело, бедняги. Сейчас я ее хотя бы здесь снизу немножко поддержу. Ну, такая она толстая, что просто даже как-то и не похожа на ветку от орхидеи, да? Просто такая здоровая. Обычно веточки от орхидеи немножечко потоньше. Так. Этим мы уберем. Вот тут два цветочка высохло. И этот мне не нравится. А вот здесь вот такая вот красавица. Вот так, ребятки. Вот такой вот он мой секрет. Вот такие мои техники. Вот такая моя система инны гонки. Отношусь к этому, как вы помните, очень просто, с любовью. Радуюсь, когда они цветут. Не слишком огорчаюсь, когда они не цветут. Но что ты поделаешь, мы тоже не всегда в настроении. Вот здесь вот новая тоже скоро будет зацветать. Видите, какая невестушка тут стоит. Вот такая вот. Вот такая. Такие у нее листья, может, не самые красивые, но... Какие-то вот болтаются, достаточно упругие, тоже хорошие, упругие, блестящие. Кроме чесночной воды, я ничего на них не пользовала уже последние несколько месяцев. Даже простой никогда не поливаю, потому что некогда. Ну вот это вот немножко такая, выглядит немножко такой подсохшей. Может, я даже немножко сейчас ее полью, еще экстра для нее дам. Ну, хотя листья немножко еще с блеском, не знаю. Не знаю, она у меня уже старая, это моя орхидейка, но пока еще живет. И вот тут еще одна. Любовь-морковь происходит. Две орхидеи рядом. Вот такая вот красавица розовая, или красавец, а рядом красавица. Тоже, видите, здесь у нее веточка новая растет. Эти уже цвели, здесь было много цветов. Я говорю, что я была просто очень занята, мне некогда было снимать это все, когда она тут все бушевала, к сожалению. Совсем забросила я свои счастливые орхидеи, они тут без меня счастливые цветут. И без меня, и без воды. Садистка такая эта инна гонка, не поливает свои цветы. Ну ничего, не жалуется. И вот, пожалуйста, еще один пример тому. Поливаю я их, кстати, где-то раз в две недели всего лишь. Видите, какая красота? Ой, и тут еще вон какие шишки набухают. И здесь малюсенькая растет. И здесь ждет нас еще красота. Вот так вот. Такие огромные-огромные цветы красивые. Обожаю. Просто обожаю вот такую красоту.
Ну и вот последняя красавица. Фиолетовая почти тоже. Сколько у нее здесь. Ну просто обалдеть. Вот посмотрите, сколько у нее здесь вот этих вот веточек. И сколько у нее цветов. И здесь еще растет. И здесь еще будет цвести. И здесь вон зелененькие, но это рядышком сидит другая. Может быть, орхидеям, как и нам, нужна любовь, их нужно садить по парам. В этом-то секрет. И от меня они, конечно, чувствуют любовь. Они не чувствуют от меня никакого стресса, абсолютно. Как я уже сказала, я к ним отношусь совершенно спокойно, поэтому, может быть, они так и любят у меня цвести здесь. Без стресса. Тоже считаю, что ну будет время умирать, мы умрем. Никто нас насиловать не будет. Ну вот, пойду вам сейчас быстренько еще покажу красоту своего водопадика. Погода сегодня просто шикарная. Дожди шли сумасшедшие. Все у меня здесь немного запущено из-за этого. Некогда было этим заниматься, но все-таки. Вот там, видите, там розы цветут. Водопадик мой. Солнышко светит. Такой свежий-свежий ветерок. Птички поют. Вот так вот. Здесь у меня тут скоро что-то вырастет. Неизвестно что. Ну, вот так. Вот такая вот у нас здесь ляпота. Вот такой райский уголок. И вот такие вот счастливые, красивые орхидейки. Ребята, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик рядом с подпиской, чтобы вам приходили уведомления, когда я снимаю новые видео. Оставляйте свои комментарии. Делитесь своими секретами по выращиванию орхидей. Всех целую, всех люблю. С вами была Инна Гонка и мои счастливые орхидеи.